Я хотела бы пригласить сюда на сцену прежде всего наших друзей, наших партнеров, красивых, молодых, динамичных, преимущественно девушек. Это Стерлитамакское телевидение. Давайте поприветствуем их. Они нас поздравят, у них сюрприз. Вам слово, ребят. Добрый вечер всем. Алиса, сотрудничество с вашим заведением для нас очень важно, потому что, как я думаю, надеюсь, многие здесь знают, у нас есть программа музыкальная, она называется «Музон», и мы, конечно, стараемся осветить каждое событие, которое происходит у вас. Надеюсь, у нас это хорошо получается. Мы приготовили небольшой подарок от СТВ и от нашей программы, редактором которой я являюсь сегодня здесь, Кристина, ведущая. Это вот такая вещь. Не зря сегодня говорили, что прошло уже 2 года, а время летит незаметно. Вот. И поэтому, чтобы мы и дальше его не замечали, мы дарим вот такие часы. Вау! Да, они фирменные. Алиса, только дарить часы плохая примета, поэтому дай нам, пожалуйста, монетку за них. То есть мы тебе их продаем на 10 рублей. Монетка. Хорошо. Удачи этому заведению. Пусть всегда здесь люди отдыхают в свое удовольствие, приходят еще, приводят своих друзей. Спасибо тебе большое. Спасибо большое.